Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Бесплатные юридические консультации. Телефон 95 95 95. Продается дом в Красногвардейском районе. 450 тысяч рублей. Возможны варианты. Телефон 8 922 624 84 30. Утеряны документы на имя Быстрановского. Просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 8 922 621 52 65. Покупают пластиковые канистры бывшего употребления из-под масла, тосола, спирта, агрохимии и других материалов. Предложения ждут по телефону в Оренбурге 96 36 16. Перетяжка мебели. Звонить 580 133. Обучение охранников, трудоустройство, безопасное обращение с оружием. Телефон 58 27 25. Компанию «Оренбиф», село Черный Отрог Саракташского района, убойное производство КРС. На постоянную работу требуются сотрудники. Оформление по Трудовому кодексу. Полный социальный пакет. Достойная зарплата. Звонить 8 35 333, телефон 650 14. Компанию «Оренбург Реалстрой» требуются водители сочлененного самосвала, токари, техник-электрик, машинисты автокрейдера, бульдозера, экскаватора. Вахта 15 через 15 в Челябинской области. Полный соцпакет. Телефоны 320-07-320-67. В связи с расширением на производство требуются лепщики пельменей, зарплата 25 тысяч рублей, работник на обработку овощей, 20 тысяч рублей. Телефон 8 961 929 4804. Требуется тракторист-машинист. Обращаться по телефону 56 20 56. Требуется слесарь-сантехник. Звонить 8 922 540 48 96. Требуется закройщик, швей спецодежды. Работа в цехе и на дому. Телефон 22 38 39. Требуются грузчики-стропольщики. Поселок Южный. Телефон 99 24 22. В строительную организацию требуется водитель категории С, автокрановщик. Телефон 8 961 942 78 88. Требуются лицензированные охранники. Телефон 90 83 29. В компанию «Астра» требуются операторы АГЗС. Звонить по телефону 99 99 98. Требуется тракторист на GCB-телескоп, водитель на кран 25 тонн, диспетчер по спецтехнике. Телефоны 58 36 24 или 8 987 870 16 01. В авторемонтный цех требуется сварщик-кузовщик, оплата от 40 тысяч рублей, маляр от 50 тысяч рублей, автослесарь от 30 тысяч рублей, а также сторож, уборщица. Оплата сдельная, еженедельно. Телефон 75 52 31. На продуктовый склад требуются грузчик-карщик и грузчики. Телефоны 58 36 24, 8 987 850 04 83. Требуется продавец в магазин по улице 25-я линия 63. Звонить по телефону 8 922 549 30 82. Требуется юрист с опытом работы. Зарплата 35 тысяч рублей. Телефон 8 987 870 16 01. Требуется водитель на доставку продуктов. Телефоны 38 23 02 или 8 953 456 51 17. Транспортную компанию требуется водитель категории Е. Межгород, оплата 8 рублей за километр.
Водитель категории С на самосвал «Скания», зарплата 70 тысяч рублей. Механик – 45 тысяч рублей, а также водитель манипулятора. Телефоны 58 36 24 или 8 987 870 16 01. Требуется прораб. Обращаться по телефонам 58 36 24 или 8 987 870 16 01. Требуется сторож в степной. Телефон 96 97 87. Требуется главный бухгалтер с опытом работы с НДС, машинист-тракторист, водитель категории БЦ, разнорабочий. Телефон 8 953 458 98 31. На неполный рабочий день требуется грузчик. Телефон 8 919 858 05 88. В автосалон требуется дворник. Звонить 8 901 822 92 44. В ЖКХ требуется мастер, разнорабочий, дворники, уборщицы. Телефон 29 55 14. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Телефон 68 82 65. Требуются пекари, кассиры, повара и кухонные рабочие вахтой в Челябинской области. Телефоны 8 922 842 2108 или 3000080. Требуются охранники. Телефон 29 77 30. Требуется шиномонтажник. Обращаться по телефону 8 950 181 95 99. Требуются охранники. Телефон 25 94 93. Требуются слесарь механосборочных работ. Зарплата от 25 тысяч рублей. Электромонтажница с опытом или без. Оплата от 21 тысячи рублей. График 5 через 2 с 8.30 до 17.30 по адресу улицы Терешковой, 297. По всем вопросам обращаться по телефону 8 908 324 02 92. В организацию требуется посудница-уборщица. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Звонить 8 922 535 17 72. Телерадиокомпания приглашает на работу менеджера по рекламе и системного администратора. Звонить в рабочее время по телефону 31 74 51. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Внимание! Видеоблокнот теперь и на общественном телевидении России. Ищешь работу? Включай телеканал ОТР. Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону в Оренбурге 31 24 00.